Конкурс красоты и талантов среди детей брянских полицейских в третий раз провело общественное движение «Полицейские жены». В этом году конкурс был посвящен 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Две возрастные группы, 15 участников. Все они – дети сотрудников межмуниципальных отделов полиции и подразделений управления МВД. Попасть в финал непросто. Нужно пройти конкурсный отбор. Но и оказавшись на финишной прямой, не расслабишься. Впереди три этапа. Сначала визитная карточка, рассказ о себе, своей семье и увлечениях. Затем интеллектуальная викторина на знания ребят по истории. А завершающий этап – домашнее задание. И здесь каждый участник демонстрирует свой талант. Позади множество репетиций. В свой номер каждый участник вложил все свое умение и старание. Конкурсантам было чем удивить судей. Вокальные номера, танцы, ораторское мастерство и даже показательные выступления с оружием. Гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу с... Многие ребята выбрали стихи о войне. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет. Повезло, не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Четыре номинации: художественное слово, сольное исполнение, танец, самый оригинальный жанр. Задача жюри непростая – сделать выбор среди такого количества юных талантов. Очень серьезный конкурс, очень серьезный организаторский подход к этому конкурсу, очень серьезный. И действительно, выступления детей настолько подготовлены, что некоторые выступления детей, как сказали жюри и организаторы этого конкурса, бросали мурашки. Зато конкурсантам есть где черпать вдохновение. В зале у каждого своя группа поддержки. Активность родных и друзей участников тоже учитывалась жюри и влияла на итоговую оценку. Никто из ребят не остался без почетного титула и подарка. Их для детей подготовили районные отделы полиции и подразделения управления МВД. А некоторым участникам были вручены специальные призы от общественного движения «Полицейские жены». Кристина Костюченко при содействии пресс-службы управления МВД России по Брянской области.